Surprise, motherfucker. Всем привет, друзья, с вами Мистер Билл, и мы продолжаем проходить прототип. Замечательная игруха. В прошлый раз мы остановились вот здесь. Для вас это было в прошлую пятницу, для меня это было 10 минут назад, поскольку серию снимаю подряд, мне так проще. Ну, поскольку времени не всегда много, снимать именно в день серии. Поэтому я снимаю подряд, как видите, тот же фон. В общем, неважно. И так проще, на самом деле, когда снимаешь подряд, ты вникаешь в игру и проще проходить. Нам надо вот туда вот, на пирсик, взять очередное задание. Смотри, сколько ворон кружится везде, кругами какими-то странными. Так, идем туда. Я не помню, честно говоря, мне надо будет скоро захватывать вертолеты для того, чтобы на них там какое-то задание выполнять. Блин, а я не помню, как это делать, серьезно, надо вспоминать. Авиаудар, кстати, я просрал, ничего не сделал, это зря было сделано, на самом деле. Попадем, немножко не попали. Вот это вот, видите, он стоит, авианосец. У нас на нем будет битва потом. Такой спойлер. Done your job for you. I've broken the back of the infection. In a few hours, this whole опять спойлеры, вот это самый страшный дядька в этой игре, на самом деле. He was at Hope in 69. He'll do anything to stop the infection. If you help me stop him, you get your secret. There's no way to get to that ship without being blown out of the sky. I have a way. Randall wants a colonel named Taggart. He sent me to find him. He's our key onto the Reagan. Taggart's massing a large force of helicopters at these locations. If we don't move now, he'll muscle his way out of Manhattan in a fleet of helicopters, and Randall might not be able to stop him. Mercer, take out the helicopters. I'll try and pin down Taggart's location. And don't let any of them get out of the city. Честно говоря, не слышу, что они там говорят. Так, у меня домашние мои не позволяют мне нормально ничего делать. Обязательно нужно запереться, когда я снимаю что-то. Обязательно нужно зайти, что-нибудь сказать, короче, у них тут. По-другому нельзя, короче. Ладно, так. Сейчас я смогу здесь бежать, смотрите, вот по дырочкам. Он, кстати, автоматом прыгает, если препятствие впереди, если вы просто жмете вперед, то вот эти всякие там препятствия он перепрыгивает автоматом. Скорость бега у нас максимальная, напомню вам. Что надо уничтожить? Мне транспортный вертолет, это то вот, которое обозначено для меня как черепушкой, правильно? Так. Где? Почему не наводится опять? Чё опять за прикол с наводкой? Да давай быстрее. Ну. Последний. Не дать кому-то там уйти по воздуху. Так. To die.
Так. Транспорт уничтожен. Там еще один. Может, и не один. Ты дурак? Да ешь его быстрее. Ай-яй. Так, мне куда-то туда. А, я мимо спалили, теперь будет не дадут мне нормально ничего делать. Ага, все-таки свалил от них. Так. Сколько же тут транспортников надо убить этих? Ага. Не-не-не, мне вот тут. А, и почему я спрыгнул вниз? Так, мне нужен какой-то чувак с гранатометом. Да бери гранатомет этот сраный. Где? Нет, мне нужен вертолет. Где вертолет? Так, где-то там один. И там. Что-то они со всех щелей, короче, эти вертолеты. Да идите в жопу. А как он и там, и там? Я надеюсь, я тут взорвал. Ракета долетит, нет? Да бери эту штуку. Не улетают. Ай, да достали вы меня. С этими гранатами, этими базуками. Так, теперь надо к тому и бежать. Вон он, где-то там. Далеко достаточно. В прошлый раз, по-моему, я, кстати, все это убивал как-то
плеткой там. Там бог пергает, ты придурок. Вот это он далеко очень. Просто очень далеко уже. Быстрее, 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 быстрее. Да беги ты. Я не успел буквально, блин, один вертолет сразу убить. Где отметка? В самом начале, походу, да? Зараза, блин, вообще жопа. Что, реально не успел один сраный вертолет убить. Блин, один сраный вертолет реально улетел. Так. Ну, бери эту штуку, сваливай отсюда. Миссия выполнена. А, видать, я остался на последних там каких-то, короче. Так, ну хорошо, выполнили. Тебе надо свалить отсюда или не надо? Нет, не надо сваливать, оно автоматом как-то там продумает все. Как я типа оттуда ушел. Hope was a Black Watch project. The goal of the experiment was to create a viral weapon that could be used to target specific racial types. Hope went wrong. A mutated virus infected all those people. Drove them mad. Their bodies crawled with hell. And at the center of it all was Elizabeth. Somehow she survived. Endured the virus, absorbed it, changed it, whatever. Her unique biology inspired this new bioweapons research program. This mm-hmm. became Gentech. And Alex Mercer worked for them. There was one leak too many, and Randall stepped in to shut it down. No one was safe. Mercer fled the scene with a sample of the virus, took it as insurance if he needed it. Black Watch cornered him at Penn Station. With his back to the wall, he unleashed the virus on Manhattan. What Mercer did is beyond forgiveness. But there is no Alex Mercer anymore. The virus didn't just kill him, it became him. Copied his body down to the genetic level. It became me. I am the virus. And I, in turn, короче говоря, настоящий Алекс Мёртв, Алекс Мёртв, Мёрсер мёртв. Вирус поглотил полностью его тело, копировал. Но Рэндалл не принимает, что вирус может остановиться. При взрыве он уничтожит город. Просто как Хоуп. Но теперь Хоуп имеет одну последнюю риду, чтобы отдать. Грин была беременна, когда они нашли её в 69. Что произошло с этим ребёнком? All I know is, I'll get my answer from Randall. Пятнадцатый день инфекции, 60% заражения.
Так. Угу. Ну что, идем за следующими заданиями. Вот все эти задания, вот эти вот побегать, там вот эти вот военные поглощения, мы, наверное, будем делать уже, когда выполним полностью всю линию, да, сюжетную. Потом, наверное, поделаем это. Ну, по крайней мере, если они останутся. По-моему, они остаются все. В конце можно будет их выполнить. Ну, если нет, то нет, ничего страшного, как бы. Они побочные, никак не влияют на сюжетную линию. И поэтому я пока не буду их делать. Не вижу в этом особого смысла, честно. Очков ОЗ мне и так, в принципе, хватает. Как бы, когда проходишь просто сам, то есть смысл их выполнять. На запись же я не вижу смысла это делать. Последний рывок. Как далеко бежать от этой миссии новой? Прямо-прямо далеко. Прямо далеко-далеко. Ну, что там? Так. Мне бы хпшечек пополнить бы, конечно, перед миссией. То у меня вообще пусто голо. Почти ничего нет. Там он кто-то бегает. Может пойти похавать. Так, вкусняшки. Go to me. Ну, зомбиков можно есть без зазрения совести. Меня и когда людей ем, особо совесть не мучает. А зомбиков так вообще. А ну вот так, если сделаю. Шипы будут по умолчанию вылазить, да? По умолчанию шипы, короче, я понял. Мне больше нравится, когда вот эти вот щупальца во все стороны. Мне кажется, оно более эффективно. Хотя, по-моему, девастаторы по мощности все одинаковые. Но девастатор хороший, если надо массово накрыть кого-то прям вот. Тогда есть от него смысл. Каких-то отдельных боссов им бить почти бесцельно. Ну, бессмысленно почти что. Все похавали. На самом деле, если я сейчас включу щит и, ну, максимальную броню и лезвие, то мне вообще пофигу на этих всех монстриков. Они там, ну, они, конечно, бьют, но очень мало сносят. Копейки вообще там полные. Ну, мы не будем это делать. Нам сейчас надо взять задание. Пытаться его выполнить. В эту серию, вместившись они в час опять. Так. Что-то интересного. Опять этот хрен. Black Watch units are massing at one of his bases and setting up roadblocks to allow him to get to the Brooklyn Bridge. He'll try and push through there. We need to hit him at the base. Он меня в тупую использует вообще. Force him out of his hole. When he makes a run for it, consume him. Keep the pressure. Просто в тупую. Keep running, but don't let him escape. If he makes it out of Manhattan, our ticket onto the Reagan is gone. He doesn't have a chance. В этой игре очень тихий звук, и я никак не могу адекватно настроить, чтобы было хорошо слышно и на записи, и не перебивало мой голос, конечно, не получается никак нормально все это сделать. Так, что мне сделать-то надо? Я проморгал это дело. Ну, куда-то, наверное, попасть для начала, да? Вынуди Тагарина выйти наружу. Уничтожь базу Таггарта. Таггарта. Ну окей, а как мне это сделать? Так, он там. Вот в этой базе. Ага, мне надо ее уничтожить, короче. Ну, есть несколько вариантов. Первый вариант танками, естественно. И это, по-моему, самый простой вариант. Второй вариант авиаударом, который я просрал уже. Да. Поэтому, ну, наверное, танками надо его туда выманивать. Ничем другим я, наверное, его туда не выманю.
Танками будет тоже не сильно просто, потому что танки еще найти надо. Давайте поищем тут рядышком танки. Так, танки, 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 лишь танки. И как назло, когда нужен танк, ни одного рядом нет. Блин. Ну, я не знаю, как атакуйте базу танком или ракетной установкой. Ну да, можно ракетная установка, но много раз надо будет выстрелить ей. А там сейчас эти громилы бегающие, плюс все остальное. Конечно, проще танком, наверное, было бы. Плюс ракетную установку еще найти надо. Эти все бегают вон с этими. Сейчас если найду какую-нибудь ракетницу. Пока что все бегают с пулеметами. Ну, с М-ками. С М-16. Вон танк стоит, но там, по-моему, чувак сидит в нем, да? Он сверху там постреливает. Я, по-моему, не смогу просто так безнаказанно сюда залезть. Да, мне надо взламывать, короче, целая песня. Ну, блин, зря я это сделал. Он реально, пока он сейчас взломает, короче, его тут расстреляют нафиг в говно вообще. Как это все долго происходит, серьезно? Я не понимаю, зачем было так долго делать всю эту анимацию. Ну... Сколько я смогу снять в базе? Ну, не очень много на самом-то деле. Не очень много я снял, но у меня, в принципе, никто особо не торопит, да? Ай, там этот опять мутант этот странный за мной бежит. Так, мне нужен еще один танк, но, блин, мне бы желательно танк без таких проблем, как сейчас был. Потому что если бы меня сразу не спалили, я бы смог намного больше сделать, поскольку у танка осталось бы больше хп. Танк такое здоровое белое пятно на карте, но что-то их то прям на каждом углу по 10 штук, то прям ни одного нигде. Ага, вон танк. Так, надо сначала военную шкурку попробовать. Ага, и меня спалили и сейчас будут убивать. Так, ну надо свинтить, короче, пока что отсюда. Так, куда-нибудь повыше, повыше, повыше. И свою форму вернуть. Так. Мне нужен танк. Ну, было бы прикольно танк бы спиздить. Мне, я, сколько я понимаю, мне не эту базу надо валить. Но танк можно здесь вполне себе стырить. Только надо сразу сваливать отсюда. Тут датчиков просто куча со всех щелей. Датчиков этих супер-пупер солдат там навороченных и всего остального. Так, едем к той базе. Да мне довольно далеко таки. А мы сняли совсем понты на самом деле, здоровье базы, вообще копейки. Обычно база ломается быстрее, но это какая-то, видать, особенная. Усиленная какая-то там, типа. Да, едь ты куда надо, блин, дебильный танк. Управление вообще кончено этим танком. Эти уроды меня спалили, уже валят. Остальные пока, типа, не в курсе событий. Так. Сваливаем, сваливаем.
Ай-яй-яй, рядом. Зачем же так? Это ж нехорошо так делать. Значит, нормальные. Так. Я типа свалил. Но мне почему-то кажется, что я больше ее навалил. У нее как-то много здоровья, по-моему, осталось. Что-то как-то сильно много, по-моему. Так, мне нужен танк, а он есть с той стороны, вон, база. Пробуем его скоммунизить. Ля-ля-ля, я свой. Я свой абсолютно. Меня зачем стрелять? Ты, я ж свой. Да, я типа свой, но меня почему-то эта фигня все равно спалила. Да назад едь. Дебильный танк, конченое управление. Ладно, пофигу, давай, главное стреляй. Мне кажется, как будто у нее ХП восполняется со временем. После выстрела. Завалили мы базу. Что было, термобарический танк, что ли? Он смысл на термобарическом танке? Так, ладно. Он смылся. Дистанция Даггарта, он не должен уйти, короче. Давайте мы тут немножко срежем, наверное, вот так вот. Меня преследует этот гребаный солдат универсальный, блин. Ихний. Пусть Даггард сбежит. Так, ай-я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 й, да отвалите вы нафиг от меня. Сейчас просто завалят нафиг. Схавай вот этого, короче, схавай вот этого. Да иди ты в жопу, суперсолдат гребаный. Типа, чтобы усложнить игру, они взяли великих долбанных суперсолдат зачем-то, короче. Я, честно, не знаю, зачем. Я не успею свалить, их слишком много тут по мне стреляет. Можно просто постоять, у меня хпшки сами пополняются довольно быстро такие. Можно просто тут побегать немножко, и они пополнятся. Но после определенного количества хпшек они начинают не так уж быстро пополняться на самом деле. Так. Мне надо уничтожить эти танки, да, я так понимаю. Ага, меня спалили опять. Можно было попробовать убить своими умениями это все фигню.
Но проблема в чем, что их там много, плюс эти гребаные суперсолдаты просто там. Они тебя хватают, и все, и ты ничего не можешь сделать. И тут эти и датчиков этих куча везде сейчас понатыкали. Просто датчики просто везде. Ай. Просто ты вот только пополнился, а тебя тут же все снесли, короче, гранаты как. Да идите вы в жопу, блин. Друзья вы мои докадычные, как вы меня затрахали своими ракетницами. Просто, и они абсолютно везде, эти уроды, блин. Куда ни пойди, вроде бы куча зомби вокруг, и тут все равно обязательно найдется какой-нибудь этот суперсолдат или танк, или еще какая-нибудь херня, короче. Просто во всем городе, куда ни пойдем, они везде, короче, абсолютно. Просто видите, вот на каждой улице, куда они придут, везде есть этот суперсолдат один. Везде есть какие-то там военные, короче. Так, типа меня спалили? Когда я его хавал или что? То вроде нет. А тут сейчас еще этот вылупится, блин, охотник сраный. Так, там по-прежнему три танка. Если бы не эти сраные помощники эти вот. Да-да, да, я тебя схаваю. Замечательно. Так. Они где-то там дальше. Внизу. Хватит столько. Еще одна нужна. Так, мне нужен еще один чувак с базукой. Там этот. С базукой, с базукой. Нет, это не с базукой. А с базукой есть? Был же тут съедобненький такой. Так, там суперсолдат лазит. К этим ушлепкам лучше не подбегать близко вообще. Блин, а был же тут на крыше вот стоял еще один такой. С базукой-то. Ага, тут трое. Ага, вот тут есть базукой. Такой раз сожрал прям перед всеми, короче, нормально. Раз перепрыгнул через здание, и такие все, да, так и надо, типа, чувак, молодец вообще. Он лучше у нас в роте вообще. Именно он самый путевый, короче, у нас в роте, поэтому он через здание прыгает. Так, сколько тебе надо? Два хватит? Торга, ну, Таггарт или как вот он движется, следуй за ним, окей. Куда он движется? Я не против, если я за ним буду по крышам двигаться, мне не хочется там прям за ним бежать. Это риторический вопрос, я естественно все равно буду бежать
по крышам, потому что прям за ними же это извращение полнейшее. Да какого? Так, и меня спалили. Кто меня спалил? Ничего себе, он уехал куда? За такое короткое время. Ого! Что надо сделать? Он использовал термобарическое оружие? Так, а что сделать-то надо? Не-не-не, вот вверх-вниз точно не надо было спускаться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, два эти дебильных солдата сюда прибежало. Дебила переростка. Мне так понимаю, опять надо уничтожить его охрану, да? Я не достаю, что ли, отсюда? Или урона слишком мало наношу? Ого. Я, походу, наношу слишком мало урона, либо не достаю просто банально. Ай, как вы прикумарили, дядьки. Блин. Он стреляет термобарическим оружием. Мне нужно взять эту ракетницу. А где мне ее взять? В смысле, у кого? Тут есть с ракетницами кто-нибудь? Да, вот есть. Да, бери ракетницу. А я да иди в жопу своей фигней. Так. Сколько тебе надо выстрелить, чтобы взорвался? Еще раз. Я не понял, он сам что ли свои танки все поубивал за счет того, что стрелял по мне, типа попадал как-то по нему, поубивал? Что произошло? Там же вроде много их было. Так, ну это интересно. Мне только интересно, мы уложимся в стандартную серию. Уже не уложились на 7 минут. Ладно. Ну, миссию на любом случае надо выполнить. Не, надо свалить на крышу, там безопаснее было, на самом деле. Блин, он сваливает, но... Такая долгая, на самом деле, серия. Угу.
опять куча танков вокруг него, короче, да? Так. Я могу попробовать, конечно, завалить это орудие вручную, но это нелегко на самом деле. Тем более, когда в тебя все стреляют, это вообще нелегко. Еще вот с этими ушлепками, которые тебя пинают, короче, это вообще жопа полная. Иди в жопу. Это просто Алис Капут, короче, какой-то. Я просрал очень много хп и ничего не сделал толком. Есть вариант стрелять этот танк. Жалко, что на танке летать нельзя, знаете, взлетел, короче, с воздуха лупишь. Ой, а что это было, как будто меня убили? А, это термобарный танк лупил, короче, так. Да, с термобарным танком шутки плохи вообще, на самом деле. Я хочу вот этого схавать. Он так тут бегает. Я не буду смотреть, что он там показывает. Не надо, я хочу пропустить паутину сраную. Так, и возьмем вот эту штуку у него. И сюда на крышу. Меняем. Так, дальше у нас вот этот вот палец, этот парниша, отсюда. Теперь у нас палец вон тот. Наверное, двух не хватит, чтобы его убить, да? Нет, как всегда, не хватило. Ладно, давайте еще раз на этот чудо-мост. Тут много вкусняшек. Так, здесь по-любому есть базутчики. Слушай, ты меня достал, да? Я тебя просто съем, короче. Долго тут они все смотрят вокруг, и сложно сжать незаметно. Ай-яй-яй, иди в жопу. Очень мало хпшек у меня осталось. Почему у него так мало осталось, ну в смысле много осталось хп? Миссия выполнена. Блин, 42 минуты эта серия уже идет. 43 это очень много на самом деле. Но я не буду резать, будет длинная серия. Последняя серия будет долгие, здесь очень долгие задания просто. И что, он опять уходит, короче, да, еще. Он уходит куда-то на мост.
Тайгер был убит. Отправляется на мост, съешь его сейчас. Ну давай быстрее, ё-моё. Вот надо, зачем надо было этот анимацию, что он стоит полчаса, потом вот это прыгает полчаса, для чего это было сделано, я не понимаю. Taggart, I put you in charge because I trust you to do what needs to be done. Cut the heart out of the infection. Sir, the position is untenable. These things, they're beyond our abilities. I don't want to hear one more excuse from you. You get your ass back into the field and get it done. Or don't come back. Mm-hmm. Здесь 5000 УЗ нам дали за эту миссию, но она длинная была такая, конечно. The last person responsible for all of this dies tonight. If we make it out of here, you think you're ready? I was made for this. Citadel Command, this is Captain Cross. Mission accomplished. I have Colonel Taggart in custody, ready for extraction. Report. Taggart's order led directly to the collapse of the Central Blue Zone. Welcome home. Operation Red Light is over. Очень долгая серия. Но это уже предпоследняя миссия на самом деле. По-моему. You were at Hope, Idaho. You took something from Elizabeth Green. I know what Blackwatch has done. Because everyone I've killed, they're in me. They are me. That's how you... I've stopped this damn thing before. Stopped it dead. Hope, Idaho is just a... Очень много заставок, конечно, в этой серии. Shoot anything that moves. No one comes in, nothing gets out. Sir, the walkers have sealed themselves in the hospital. We have orders to liquidate the entire population. The mother and child are now military assets. And I just made general officer. Bastard. You could have stopped all this. Let it happen. When the weapon detonates and they think the infection is cleansed, they won't be looking for me. And when I consume you, I'll be able to withstand even this. И вот он, основной босс всей этой игры, то все время был он. В общем, на сегодня все, друзья. Всем спасибо, кто пришел. Подписывайтесь на канал, смотрите мои видео, приходите на стримы, буду вам очень рад. Все, всем пока.